Как мы готовимся ко сну? Сначала хорошенько проветриваем комнату, далее крепим шторы Blackout. У нас они портативные от бренда Dream. В Петербурге белые ночи, поэтому ночью светло, от этого ребенок рано просыпается. Заранее достаю пижамку и подгузник. И отправляемся в ванную комнату. Купаемся с магниевой солью минут 10-15. Затем даю бутылочку, и малыш засыпает.